Деревня Стан под Лихославлем, где сохранились традиции переселившихся сюда с Приладожья карел, официально вошла в ассоциацию самых красивых деревень и городков России. О том, как проходили торжественные мероприятия, в нашем следующем материале выпуска. Деревня Стан известна с 13 века. Она уникальна тем, что здесь до сих пор сохранены традиции предков карел, переселившихся с Приладожья в 17 веке. Деревня привлекательна богатыми ремесленными традициями, живописными видами на омуты и берег Медведицы, где кучно расположились карельские баньки по-черному. Здесь сохранилась уникальная Покровская церковь, один из самых интересных памятников деревянного зодчества на территории Тверской области. Стан невозможно не любить. Это не только один из живописнейших уголков Тверской Карелии, но это еще у нас историческое место. Несомненно, это повод и гордиться, и изучать историю родной земли. Конечно, попасть в такую престижную общероссийскую организацию – это для нас и большая радость, это большой стимул для дальнейшей работы. Критерии отбора для деревень и городков, желающих попасть в список самых красивых, строгие. Села должны быть живыми. На их территории должны проживать, однако, не более 2000 человек, которые заботятся о сохранении исторического облика своих построек. Еще один важный пункт – села и деревни должны быть окружены живописной местностью. В конце 2021 года решение о соответствии деревни Стан критериям, установленным в положении о членстве в ассоциации, было принято на заседании соответствующей комиссии. В прошлом году мы проводили сертификацию, я был ошеломлен. 280 километров, и ты оказываешься в Тверской Карелии. Не все об этом знают, а здесь люди сохранили культуру, язык, гастрономию, архитектуру и много различных тонкостей, которые позволяют тебе просто вот перенестись в совершенно другой мир. Как отметили присутствующие, во время торжественного мероприятия важно не просто сохранить наследие тверских карел, самобытность деревни, но и приумножить ее. Нас это звание ко многому обязывает. Мы должны двигаться только вперед. И я уверена в том, что жители деревни Стан с большим вдохновением возьмутся за работу по благоустройству своего населенного пункта, по развитию туристического потенциала, который имеется у деревни. Сейчас список самых красивых деревень и городков России от Тверской области уже входит Старица и деревня Берново Старицкого округа, а также деревня Овсище Вышневолоцкого округа.